На внеочередном заседании Тверской городской думы депутаты одобрили выделение необходимых денежных средств на исполнение социальных гарантий. Это восьмое внесение изменений в бюджет города на нынешний год. Согласно представленному проекту, почти на 225 миллионов рублей увеличивается доходная часть бюджета Твери. Основная доля этих средств по решению депутатов направлена на исполнение наших обязательств, на оплату труда работников муниципальных учреждений образования в связи с последним повышением РОД, прокомментировал председатель городской думы Евгений Пичуев. Бюджет города Твери получил возможность в виде дополнительных средств от налогов. Получили мы незапланированные выплаты по штрафным санкциям. Также получили трансферы из региона на создание дошкольных учебных учреждений, игровых площадок. Таким образом, в детских садах будет установлено порядка 20 новых уличных игровых комплексов. Что касается остальных статей расходов, то 163,5 миллиона рублей направлено на оплату труда работников муниципальных учреждений. 45 миллионов 100 тысяч выделено на обеспечение охраны городских школ. 13 миллионов 600 тысяч рублей планируется направить на оплату уличного освещения в рамках исполнения муниципального контракта. Помимо этого, депутаты рассмотрели и целый ряд других вопросов. Также сегодня рассматривались вопросы технические по изменению в положении по муниципальной службе. Это комитет по местному самоуправлению рассмотрел. Кроме того, парламентарии одобрили изменения в порядок назначения и проведения опроса граждан. Корректировка вызвана поправками в региональное законодательство. Теперь инициатива должна оформляться ходатайством с приложением соответствующего проекта. Инициативная группа формируется на собрании местных жителей и состоит как минимум из 10 человек, достигших 16-летнего возраста. Горожане должны быть проинформированы не менее чем за 10 дней путем официального опубликования, в том числе на сайте муниципалитета. Аналогичным образом, не позднее чем через 10 дней, Дума обнародует итоги опроса.